Сейчас лупанем вертуху, короче, 4-граммовую. Вот эту вот. Здесь глубина-то приличная. И у нее получается тройник идет. Это раз. Один. И она ее более лучше хватает, чем, допустим, этот воблер. Ну как хватает? Если бы она взялась, то она взялась. На блесну. И она более так играет. Сейчас вот туда ее, хоп. Но она далеко не уходит от меня. Она легче, чем воблер. Так, ладно. Вот сюда сейчас кинем. Она меня разворачивает, эта блесна, пиздец как. Она... Вообще, сопротивление с водой у нее жесткое. Она же крутится, как винт. И она меня разворачивает. Щука-то здесь ушла. Попробую вот сюда вот так. Бахну. Вот так. Оттуда его протянем. Там поглубже. Трава была. Еще, блядь. Так. Ну-ка. Сейчас мы попробуем отплыть вот сюда подальше и вот здесь, где я стою, сюда подкинуть. Ну, видите, блесна как работает. Крутится, крутится, как надо. Как надо быть, она работает. Так, сейчас разворот. Разворот. Снимаем траву. И вот сюда кидаем. И на себя тянем. Вот так. Сейчас та, которая промазала два раза, она может взяться. Если б ей еще интересно это железо, а не воблер. Видите? Непонятно еще мне самому. На блесну я еще ни одну здесь не взял сейчас. Трава, блядь, идет. Заебанка хуева. Облавливаем новое место. Одел я воблер опять. Свой. Ловчий. Классный. Вот как далеко кинул. Сейчас там должна быть. Бабахнет сейчас. Хопа-хопа.
Хорошо надел. Так, ладно. Сейчас развернусь. И в ту сторону, где у меня сходы были, воблером бомбану. Как раз расстояние нормальное. Сначала колу кинем. От кола сейчас протянем. Так. Может, сработает. Ну, друзья, сегодня я вообще рад тому, что я вырвался на эту рыбалку. Прям вот вообще рад. Я вчера хотел, но вчера меня переманили в другое место. И я сегодня еще сильно-то и не это. Желание у меня было пропадало сюда. Но потом под конец что-то я все-таки надумал. И вот приехал, и я рад. У меня рыбалка удачная. Я, конечно же, ожидал, что у меня она будет результативная, эта рыбалка сегодняшняя, именно здесь. Потому что у меня 2 года подряд здесь, вот в это время, я постоянно ловлю. И вот сегодня я как бы даже не сомневался, что у меня будут пойманы щуки. Вот. Ну, интересно мне сегодня, интересно, да. Это точно, я вам говорю, что мне интересно. Сегодняшняя рыбалка, она для меня очень интересна. И как бы и ударов много. О, взял, сошла, блин. Вот видите, сейчас я туда же еще бомбану. Ударов как бы много, и борьбы много. И борьба-то вся такая интересная. Так, сейчас проверяем. Ближе к берегу она подлетела почему-то. Ага, взялась, друзья, сошла. Трава. Трава, друзья. Борьба интересная со щукой. Хоть она и не сильно-то и крупная, но это борьба. Не чебак, не окунь какой-то там. А это щука. У нее своя тактическая борьба с воблером. Я не знаю, куда она сейчас делась. Вот она борьба. Друзья, вот это вот я люблю. Вот это вот мне нравится. Она идет сюда так опасно. Опасно идет. Давай в лодочку. Давай. А, вот она борьба, друзья, я это сделал. Ставьте вот такой лайк, делитесь моим видосом. Как бы это все будет чики-пуки. Понимаете, вот это и есть борьба, друзья. Борьба. Вот такой вот щукой. Пускай она даже небольшая, она в районе 700, 500, 600 грамм там, допустим. Но это борьба, кто кого выловит. Понимаете, это уже 7-я щука. Делитесь видосом, ставьте колокольчик. Пишите там лайки, хуяйки, короче. Но мне нужно набрать, не ебет меня вообще, не волнует. Извиняюсь за мат, мне нужно набрать 1400 часов, понимаете? Как можно быстрее, друзья. Все, давайте, снимаю я ее. Взялась-то она вообще, друзья, видите, тройником, целиком. Как бы у нее вот уже двойной остался. Вот уже одинарный. Вот все, я ее вытащил, вот она. Все. Ложим в пакет ее. Вот она, в пакетике лежит, уже 7-я у меня. Пакет достаточно такой нормального размера. Вот видите, уже есть нормально рыбки у меня. Так, ладно, эту мы побороли. Получается, ладно. Сейчас, друзья, нам... Подожди, ну ты куда вылазишь, штучка? Нам сейчас нужно перебраться в другое место. Я хочу вон туда, там уже туман. И у меня, короче, 6900 осталось. 6 гигов 900 мегабайт. Сейчас проплыву туда метров на 30, и там еще подстреляю. Итак, друзья, хищник здесь дает о себе много-много-много-много знать. Я даже начинаю жалеть, что я сегодня не с самого начала дня здесь забурился сюда прямо. Прям вообще жалею, что не с самого начала дня. Здесь бы можно было хорошо потаскать их, я думаю, днем. Особенно в 4 утра. Я думаю, тут бы вообще результативно можно было оторваться. Грамотно можно было бы их потаскать. Вот. Но пока что вот после этих двух, которые здесь вот бабахнули, слабенько так. Ну, вы видели это, я снимал. Больше ничего не было. Так, переплывают. Мазануло вот там.
буквально метрах в 15, но небольшая щучка. И вон там, где трава, он растет, за ней, короче, тоже сыграла была. До этого маза. Я буквально сюда 3 раза кинул, друзья. Вот. Сейчас проверим. Так. Сейчас проверим, что там. Что там у нас за рыбёха. Так. Ну это далековато кинул. Ухи чешутся, друзья. Комары вообще надолбили. Опять что-то мазануло, но вообще нафиг даже не дернуло. Просто, видать, прыгнуло, промазало. Метров 15 проплыл. Сейчас стреляем вперед. Вперед стрельнули. Походу по траве прошлись. Да не походу, а точно. Вот здесь уже в конце. Травушка-муравушка бабахнула. Так. Сейчас вон туда. Опа. Вот так, ага. И там бабахнет сейчас. Как херакнет сейчас. Давай, подруга, давай. Не подводи Артема. Давай. Ютубу покажем, какие мы здесь монстрюли. Давай, 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 давай. Я думаю, это удачная премьера будет, друзья. Посмотреть можно будет с интересом. Вот. Так, сейчас попробую ближе к берегу кидануть. Так, ладно, не буду отключать пока. Сейчас удар сделаю вот сюда. Вот так, ага. И протяну. Протяну и выключу камеру. 6 с чем-то гигов осталось. 6200, наверное, уже. Друзья, взялась. Ах ты, как она ведет-то, падла, наверное, в траве. А, ну, в траве, в траве. Я ее забагрил. Она не в траве. Я ее, смотрите, как поймал. Ребята, вообще зачетно, смотрите. Я ее прямо в сердце. А еще у нее что-то с глазом. Наверное, я сейчас ей захерачил. Ну, короче, я ее забагрил. И мне показалось, что в траве. Ха-ха-ха, ставим лайки. О, 8-я щука. Давай, 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 давай. Все, домики, домики, домики. Все, сидим. Ну вот это она тащилась. Офигеть, как трак. Вот такой вот уже закат. Вот. Так, ну далеко я кинул. Сейчас, может быть, что-то и будет. Как бабахнет сейчас. Давно, кстати, не бабахало. Минуты 2 назад. У меня уже осталось 5 гигов. Ё-моё, сейчас уже все скоро. Ну, в принципе, можно будет и домой уже. Через часок. Сможет и раньше.
О, черок полетел. Ай, в траву. Ой. В траву, в траву, в траву. Вообще не туда хотел. Ну, отцепилось все. Это классно. И опять не сюда, блин, прилетело. Вообще не туда кинул. Моя прелесть, где ты? Удар в траве был. Травяной, точнее, удар. А может и щучий. Хрен его знает. Хотел я вот сюда. Оп, вот так, ага, вот так хотел. Вот она, прямо ебанула. Прям туда и хотел, блин. Видели, друзья, она бабахнула прямо. Сейчас надо туда. И она, короче, это, цапнула мордой. И ушла. Но туда я не попаду сейчас. Хотя в тот район кинул. Она где-то там и будет сейчас. Она в траву выпрыгнула, падла. Ай-яй-яй. Переключили, чтоб у нас покороче видосики были, поудобнее грузить их. Опять не туда, не туда. Ну, может, на всплески пойдет. А может, обколола, скажет, нахер ты мне нужна, непонятная херня. Почему я туда попасть не могу? Этот воблер вообще как-то летает странно. А, блядь, в траву. Или потому, что он как маятник. Как маятник качается. Качается он как маятник. Или почему, я не пойму, друзья. Или у меня профессиональных забросов нет. Так, вот так развернем сейчас. Маленечко развернем. И вот так, хоп, да не сюда ты, блядь, маленько надо было чуть-чуть левее. Левее, Артём, надо было. А я сейчас, по-моему, с травой иду. Нет, без травы. Я ее уже распугаю сейчас. Щуку эту, лодкой. Вот сюда хотел. Вот так. Давай еще как бабахнем. О, блядь, трава была. Трава была. Трава бабахнула. Так, я сейчас еще хочу вон туда. Херакна. Я вот сейчас думаю, эта вот леска, она раскачивается, потому что она длинная. А я ее сейчас вот так... И вот сюда вот так, хоп, до кочек, ага. И вот здесь проведу. А она как бабахнет сейчас там. Она там где-то. Там она, друзья. Разворачивает мою лодку, блядь. Здесь как бы водоросли такие классные. Ну, час тут не отсидишь, темно уже будет. О, как я бабахну. Зря я те года здесь не рубаю. Сейчас проверим, что у нас тут. Опа. Thank you.
Давай, бабахай. Сейчас как бабахнет, друзья. Хищник сегодня активно работает. Где-то есть она тут. Ладно, в обратную поплывем, друзья. В обратку пора уже. Сейчас вот здесь покидаем. И знаете что, друзья, думаю, может быть мне по той стороне проплыть сейчас. Думаю, туда я пошел. Так, перебрались на ту сторону. Тут буквально 50 метров примерно. Ну и до берега 20 метров. И пробуем в глубину. В глубину тащить воблер. Вот. Два заброса пока что. Сейчас. В сторону велосипеда. Пошпарим. Далековато, наверное, я стал. Вообще, по идее, надо вдоль берега сейчас вечером шпарить, а не от берега. Так, сейчас подплывем ближе. Вот тут, друзья, прям промазала. Протащил я 10 метров, и она промазала. Вот тут прям, видите, круг где. Небольшенькая, правда. Бахнула. Забагренная, что ли? Ага. Прямо стремительно идет ко мне. Ко мне идет. Сейчас под лодку зайдет нафиг. Ай-дай-дай-дай. Ай. Сука, спиннинг сломала нахуй. Вырвала крючок, ушла нахуй.
Разломала воблер, друзья. Все пиздец, нахуй. Отрыбачил, нахуй. Треснул, нахуй, аж воблер. Видите? Пизда, нахуй. Где я такой возьму воблер еще? Завтра поеду в магазин искать такой. Ёбана в рот, вот это мой воблер пиздой накрылся. Ебать мой хуй, блядь, друзья, извиняюсь за мат. Все, короче, отрыбачил. Ну, сука, я тебя, блядь, поймаю, блядь, здесь. Я у тебя, сука, тройник заберу, один хуй еще, блядь. Кому понравилась, друзья, рыбалка, ставьте лайки. А если кто имеет возможность, присылайте мне воблеры свои в подарок. Понимаете? Воблеры мне надо. Видите, какая рука светлая? Воблеры давайте мне. Это я вам точно говорю. Всем пока. 8 щук. Друзья, подводим итоги сегодняшней рыбалки. Вот они, мои щуки. Вот. Царство небесное моему воблеру. Вот. Сегодняшние экземпляры. Я думаю, та, которая сломала мне воблер, была более крупнее щучина. Вот, видите? Вот такие вот экземплярчики. Вот, 8 щук. Ну вот, чё, друзья, ставим вот такенные лайки, подписываемся на канал, продолжаем общаться с Тёмой в комментариях. Вот. Дальше будет интересней. Набираемся опыта по съемке видеороликов. Вот. Посмотрим, друзья, потанцуем. Так, что-то у меня, по-моему, кантер где-то был. Не, кантера у меня, ребятки, нету. Все, короче. Я все сказал, друзья. Всем пока. Вот, все. Селфи с вот такими щурогайками. Все. 8 щук, и я один, и один сломанный воблер. Так, друзья, всем привет. Сегодня 9 августа. Решил, короче, я вырваться. Второй день подряд щук. Ветер, правда, дождь был, ливень. Но уже все подсохло. Здесь вот, кстати, вроде не видно, что дождь шел. Суховатый. Сильного не было, но ветер будет очень сильный. Вчера, короче, я поймал 8 штук. Сломал воблер у меня хороший, на который я 3 сезона ловил. Ночью уже тоже ловил. И вот сегодня, короче, я купил 4 штуки. Короче, на 110 рублей набрал. Ну, выбирал такие, чтобы сильно не тянуть. Вот. Вот такие вот дела, друзья. Ладно, ждем дальнейшего включения. Вот они плавают. Тоже их тут штук 10, друзья. Обалдеть. Утки много. 31 утка, друзья. И вот здесь еще вон одна стоит. 32. Вот так вот вечерком подкрался. Хлоп. Хлоп в табун. Хлоп, нахуй. Хлоп, хлоп. Открытие 25-го, друзья. Сколько я сказал? Потом еще сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, десять, одиннадцать. Плюс 11, друзья. А вот эти червки вообще сидят, не боятся. Того, что она может попасть в таком большом водоеме. Вот. Я скорее все эти поймаю. Там тычек много. Желающих поставить сети очень много. Просто сейчас попробую подойти к озеру, посмотреть, есть ли вчерашние утки там или нет. Вот. Велик пока здесь оставим. Гоголь взлетел. А вот две утки.
Видать, беголихи. Вот приехал я на вчерашнее местечко. Опа. О, черенок маленький пошел. Фу, все, накачу. Не, друзья, сегодня здесь уток нету. Нету. Нету ни одной. Ладно. Но это ничего не меняет. Не меняет. Друзья, сейчас, короче, выхожу в свое место офигенное. Фух, и попрем. Будем лодку собирать. Протещу, короче, на погружение свои воблеры, 4 штуки. Как они погружаются, посмотрю. Выберу из них самые такие лучшие, на которые сейчас рыбачить можно будет. Потому что там есть до метра, блин, погружение. Есть до 2,5. Я вообще как бы смотрел, что лопатка не сильно большая была. Ладно, выключу. Кстати, я вчера, когда домой ехал, 2-3 косача видел. Сначала 20, потом еще один. Ну не косачи, а сами косачихи, тетерки. В том году я на этой полянке носки сушу. Вот здесь костер жёг, когда я лебедей манил. Вот, многие люди должны помнить это, если смотрели премьеру. Так, ладно, сейчас подойдем, выключу. Смени, друзья, вот на вот этот. Заброса как бы не очень-то и дальний от него. Но идет он вроде по верху. Притапливается чуть-чуть и идет. Метров 15-20 летит он. Вот. Но меня он устраивает, друзья. Сейчас мне вон туда надо шпарить, где я вчерашнего потерял воблера. Ладно, при поклевках буду включаться, если фоне будут. Сейчас как бы 3 часа дня еще. Еще рановато. Ну не знаю, друзья, попробуем на этот синенький воблер. Проверим, как он будет. Вроде не зацепил травы сильно. Отойдем от берега. Итак, ребятульки, сейчас я вам похвастаюсь, что я приобрел. Вот, смотрите. Ну вот этот у меня был, этот я нашел, знаменки на РТШ. Вот этот тоже у меня был. Вот этот беленький был у меня. Вот. Блин. Вот он спутался, зараза-то какая. Ах ты, зараза-то какой. Как вы ж спутались-то, блядь. О, почти распутал. Вот, вот этот тоже был у меня. Белый уже покоцанный. В нем тоже вода, кстати, он. Или мне кажется, нет, воды нет. Купила, короче, вот этот маленький вот такой. Вот. Проверим, что кого будет на него ловиться, нет. Купил вот этот вот, но за место своего типа. Вот такой вот. Вот. Проверим, что он будет работать как. Купил вот этот вот. Маленький тоже, зелененький. Тоже проверим, как он будет работать. Я думаю, что он должен хорошо работать. И вот этот вот купил я, 4-й. Вот воблерок тоже. Вот такие вот. Но вот этот вот попер у меня был. Я на него ни разу не ловил. И вот этот вот был. Проверим, что кого как будет работать. Только один заброс, и вот, друзья, взял их. Давай, да сюда. Один заброс, но она слабо взялась. Как-то мне ее надо, друзья, вот так поближе. Сейчас спиннингом вот так сыграем. Айда, красивая. Айда. Ну зачем ты под лодку? Айда к Артемке. Вот она. Взялась такая вот чурагайка. Сразу же, друзья. Не ошибся я в расцветке. Что надо потемнее взять. Вот. Видите, все сработало хорошо. 8 числа августа взял первую щучку. Ударчик, друзья, был. Удар был. Сейчас проверим.
либо она накололась, либо чё. Тут нас стремительно туда волной несет. Блин. Сейчас нас по ней пронесет. Либо она в глубину зашла. Бахнула, что ли? Ага. Ах ты, сука, выпустила. Выпустила, падла, а. Слабо взяла. Только переплыл на эту сторону. Один раз закинул, она взялась. Ну, вяло. Я вяло тянул. Я думал, сначала трава бабахнула. А потом она оказалась, щука. Сейчас перезвоним ее. Вот тут где-нибудь. Здесь глубоко, блин. Трава, что ли, идет? Травы, наверное, взял. Надо к берегу подойти и от берега кидать. Вот опять трава цепляется. Так, вот. Друзья, вот только кинула, она, вот она взялась, ушла. Два раза кинулась, короче. Только кинул, упал воблер в воду. Она хлоп, я еще даже мотать не начал, она хлопнула. Потом промазала, видать. Потом я тащить стал, она меня еще догнала, хлопнула. Сейчас проверим, что тут за стерва. Такая хитрая. Такая же, наверное, как была у меня сейчас. Блин. Трава, что ли, идет? Точно, трава. Травой. Сука. Ладно, включу. Возле берега кто-то чебака гонял. Туда сейчас кинул. Короче, надо мне кол брать. Идет. Идет, друзья. Айда. Забагрилась-то как. Айда.
Подожди, всплыви. А, уйдет сейчас. Видали, я ей рот порвал. Нормальная чурогаечка, друзья. Стоять, подруга. Я тебя не отпущу, все, и глазу ей пиздец пришел. Вот, нормальная. Нормальная. Это уже вторая у нас. Такая же вот, видите? Так. Воблер хорошенький, темненький. Вот там он выпрыгнул. Подгреб маленько. Сейчас проверим. На наличие щучки. Трава, блядь. Где я взял, интересно? Еще и думаю, что так плохо работаем. Так. Сейчас вот сюда подтянем. В этот карман. Трава. Да, дождь кончился. Сразу такой-то спокойный настрой появился. Штиль. Короче, минут 15 хлестал дождь. Вот, у меня как есть три чурогайки, так и есть. Пробовал одевать большую зеленую. Так, раз 10 кинул, нифига. Ну, я уже покиданным местам кидал. Но я ее потом буду вечером проверять. Дождь пошел, друзья. А, друзья. Не знаю, включено, нет? Да, включено, третье. Нормально. В глаз. Ага, она бы могла сойти смело вообще. Вообще. Могла смело уйти. Так, ну, наверное, к вот этому колу сейчас зацеплюсь чуть-чуть. Как-нибудь. Вон, уточки летят, смотрите. Три крикоша шпарят. Вот они. Ага, кол хрен отцепишь, друзья. Ну, поэтому мы и прицепимся просто тупо к нему. Аккуратненько. Так, сейчас хоп. Хоп. Вот. Опять, друзья, радуга. Вот. Вот такенная радуга. Трава. Хорошая трава. Вот так. Аж за два раза отцепил. Почти отцепил, блин. Это отвалится, пока кинешь. Мазануло. Я прям к берегу кинул, прям вообще сантиметров 30. Протянул сантиметров 50, и она бахнула.
Блин, опять не туда бахнул. Что у меня какой-то этот... Не по плану что-то пошло. Вот туда вот, там бахнуло у меня. Прям туда попал. Поди, отошла куда-нибудь. Так, ладно, еще туда бабахнем. Ах ты, блин. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Сейчас вот туда. Да ё-моё. Вот туда. Сейчас, ладно, хрен с ним. Кол мешает мне. Короче, кол снимаю. Где ж ты, моя черогашка? Куда ж ты отошла, подружка? Там на берег. Так, ладно. Чуть-чуть развернемся. Так вдоль берега сейчас протянем. Что нас так разворачивает-то, а? Куда она делась? Но я уже другую ищу. Я уже в поиске другой. В поиске четвертой чурогайки. Ладно. Так, вон там, вон, друзья, всплеск был. Примерно там. Примерно там. Сейчас проверим. Ну, скорее всего, окунь. Окунь, наверное, гонял. Вот они. Два шилохвоста полетело. Блин. Попадаю в ту степь. Может быть, мальки наглотала, сейчас заглатывает ее. Если щука или окунь. Тигван.
Да. О! Идет, идет, идет. Сейчас сойдет, нафиг. Забагрило, что ли? Вообще он рыло. Смотрите, друзья. Друзья, смотрите, как я ее забабахал. Смотрите, но она уже ушла. Тех теперь. В смысле, как замотана была. Сейчас вот. Ну, сегодня стандарт идет. Размер. Уже четвертая есть, друзья. Видите? Четыре головы у меня есть. Вот тут вот, 5-6 метрах от меня, опять играли мальки. Так, пока что нет удара. Куда надо? Вон они, вон они. Во как закипело. Во как кипит. Видели, ребятки? Вообще кипело. Где ж ты, где ж ты? Айда, айда. Айда, 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 айда. Кто там, возьмись. Там хищник, друзья. Там хищник, блин. Хищник гоняется. За малькой. Ладно, наглоталась, наверное, уже рыбина эта, мальков. Сейчас проверим. Кто там был? Кто там был? Проверим. Сейчас поди заглатывает по-быстрому. Думает, что тут за хрень-то летает? Что тут булькает, другое, что-то непонятное. А вы этим временем подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, оставьте комментарий, поставьте лайк. Да ё-моё, куда ж ты отошла-то, а? Гадюка. Ну-ка вот сюда сейчас захерачим. Подальше. Там трава сейчас будет. Ага. Обошли. С травой, наверное, идем. Не? Не. Вот сейчас вот так красиво идет он поверху. Но тут мелко, сантиметров, наверное, 40-50. Странно. Не хотите? Переключились. Может, окунь гоняет, а он это неохотно идет, наверное. Хотя и там у меня щука тоже играла, она же и попалась. А может быть, играл окунь, а щука попалась. Просто тут гадать надо. А зачем гадать? Нужно ловить и все. Сейчас бабахнет, друзья. Самое главное, что здесь даже и не обкалывалась она, и один фиг не берется. Вчера я до сюда даже не доплыл.
одном. Решил сходить посмотреть грибы, а тут вот бобры лазят, блин. Грызут. Трава свежая, примятая. Походу где-то хатка есть. А, видишь? Грызет все здесь. Зараза. Короче, вот здесь вот возле берега, друзья, прыгала малька. Сейчас прозвоним. Куда она прыгала? От кого она прыгала? Зачем она прыгала? Сейчас постараемся узнать. Травы, блин, взял. Гребаная трава. Вовремя. Сносит воблер не туда. Кидаешь в одну точку, а ветром выносит другую. Уточки там плавают. Странные дела творятся. Никто не выскакивает. Тут, видите, мелко, блин, трава. Непонятно, куда она зашла. И видит-то она недалеко. Маленечко время поубивать, пока ветер, волны. Ну, неохота мне по волнам плавать, потому что не успеваешь все проскидывать. Вот. Сейчас, короче, обойду, посмотрю, где бобер. Вот прям. Погрузка. Ну, это уже заветренное. Мне интересно, где хата. Хата этого мистера, блядь. Здесь какая-то сильно погрязена. Погрязена, да. Хата где-то должна быть в воде. И ее должна окружать хорошо вода. Вот. Как я думаю. Ну, хаты тут нету. Не видать. Но он где-то тут. Видите? Дорожка такая. Вот следы. Вот бобришка тут лазит. Зараза. Зараза такой. Каждый раз тут, походу, лазит. Тропа хорошая. Тут вот, друзья, прям тропища. Тропа, видите, и погрызы. Вот он тут ночью, наверное, наяривает.
тут их штук 20 залетело. Отсюда. Вот. Но охапки пока что не нашел. Вот прям пришел тут на грыз. Вот отсюда волнует. Свинья, уток сколько. Терки, вчерашнего видать. Тут походу дорога вонная. Ага, тут углубление такое. Бобриная дорога, видите? Вот. Это не речка. На хатку здесь надо будет искать, когда листва упадет, трава маленько пожелтеет. Тогда можно будет найти ее. И можно будет очень смело прийти и поставить капкан. Вот. Ага. Сейчас еще чуть-чуть пройду и пойду к лодке. Надо же уже пробовать щуку ловить. Или есть, или... Надо еще хотя бы столько же. Или хотя бы штук 5. Побить рекорд-то надо. Посмотрите в конце видео, побью я его или нет. Вот тропа тоже. Здесь попробуем пройти. Получится, не получится, не знаю. Глубоко. Глубоко здесь, блин. Сапог скрывает. Почти что. Вот бревно-то. Хорошее. Ага. Ёб нахуй, набрал, блядь. Еба. Да. Набрал. Что-то. Вот здесь ходил, бля. Прогулялся нахуй. Ну ничего страшного. Сейчас. Последний месяц лета. Август. Ничего страшного. Высохнет. В этом лесу, кстати, костяники много встретил. Вообще много-много-много костянки. Блин, это я на гриву вышел, ё-моё. Я думаю, я уже к поляне вышел. Сейчас дойду до костяники, вам покажу, где она. Как она растет, прямо кучно. Эти ребятишки. Ребятишки, смотрите, сколько боярышника растет. Вот боярка. Вот кустец боярки. Видите? Там все в боярке. Осенью надо будет прийти собрать. Ну а вот и костяничка растет. Костяня с кустами растет. И все в костянике. Где все в костянике? Прямо все завалено по стенке. Вот сюда заходит. Вот, все по стенке. Видите, прям все по стенке. Вот, все по стенке. Вот она. Костянка. Лесная ягода. А, сошла собака. Друзьяшки. Сошла щучка. Давай, подруга. Потанцуем. Буги-буги. Слабенько взялась, друзья. Не туда хотел, ветром занесло. Ё-моё, ветер подул, меня уносит, блин.
Ладно, в ту сторону пойдем. Пускай нас потихонечку несет, а мы будем прозванивать. Был удар, друзья. Вот тут рядом. Совершенно другая щучина. Ах ты, падла, вот она была. Мазанула. Давай, куда ж ты? Куда ж ты делась-то? Красивая, куда ж ты делась? Ага. Нас уносит ветерком. Сейчас мы вот так с ней. Я так понимаю, нам возле кола надо постоять. Покидать. Так, срочно к колу. До колышка доплывем сейчас. Так, хопа. Ну все, давай стоять здесь будем. Лодочка, ты стой. Не уплывай, послушная будь. Где-то бахнет сейчас. Если бы она сильно не обкололась за два раза. И она не поняла, что это туфтология подставная, то она бахнет сейчас. Блин. Где-то эта пиздючка здесь. Обалденно. Так. Не туда хотел. Странно, 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 друзья. Ладно, в другое место кинем. О, блин. Мазануло. Мазануло, друзья. Вы, наверное, заметили, а я в другую сторону смотрел глазами. Камера-то, наверное, туда смотрела. Но не было удара, но мазануло. Выпрыгнула.